Сегодня к нам в редакцию поступил телефонный звонок от Владислава Толмачева, более известного в социальных сетях под псевдонимом Джон Сильвер. По его словам, ночью злоумышленники подожгли дверь его квартиры по улице Лемешко. Сегодня около 3 часов ночи я проснулся от жуткого запаха химической жидкости и, подойдя к двери, услышал посторонние звуки за ней. Кто-то шатал ручку двери, проводил какие-то манипуляции. Я немедленно набрал 112, у меня приняли заявку, и буквально в течение 5 или 6 минут прибыли сотрудники полиции. Огонь распространился на соседние двери и стены. Едким удушающим дымом был окутан весь холл этажа. Оборваны провода пожарной сигнализации, интернета и телевидения. У меня на сегодняшний день две версии, что могло произойти. Это основная, мой конфликт со сторонниками Грудинина в соцсетях, которые мне неоднократно угрожали моей семье, моей дочери, моим внукам, выкладывали мою личную информацию в соцсетях. На месте также побывал следователь, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.